Для представления следующих продуктов категории цифровых фортепиано я приглашаю Джона Уолла. Okay, we have two new pianos, FP80, FP50. In front of me is the FP80. У нас два новых инструмента, это FP80 и FP50. Я буду вам показывать на примере FP80. 88 note, weighted action, ivory feel, and also escapement. 88 клавиш с ivory feel и отдачей. Okay. Okay. Wow, short. Four speakers. Speakers have a new projection. Very, very good for the performer. Функция acoustic projection помогает пианисту ощутить себя перед настоящим акустическим фортепиано. Okay, so first piano, acoustic piano, this is supernatural technology. What's up there? Okay, and this is just one of 12 acoustic pianos. Это всего лишь одно из 12 акустических supernatural piano. Now, you may also like to add a rhythm style. And because of Roland's chord recognition, it will follow exactly what I play. Not recording, but rhythm style. Вы можете добавить несколько ритмов из 90 предложенных. И так как в этом фортепиано есть функция Full Keyboard Chord Recognition, которая распознает вашу гармонию, которую вы играете, вы можете наслаждаться своим музицированием. Okay, so very important that it follows what I play. Very nice feature. Очень важно то, что она следует за тем, что я играю. Это очень важная функция. We also have a piano designer, so if you want to tweak or change the piano sound, you can do this. Внутри есть функция пиано-дизайнера, при помощи которой вы можете настроить удобный для вас звук фортепиано. Now we have 13 electric pianos under the electric piano button, featuring our supernatural technology. Теперь внутри встроен 13 электропиано, которые основаны на технологии supernatural. And what I'm going to do is play one of those electric pianos again with a rhythm style. A very, very interesting piano. Not just a straightforward piano, but many things you can do. Очень интересное фортепиано. Вы можете творить с ним очень различные вещи. Okay. Thank you. Спасибо. Okay. Thank you, John. Дальше я хотел бы немножко остановиться на тех приложениях, которые Roland разрабатывает для iOS. Для FP80 прекрасно подойдет наш Air Recorder, который себя здорово зарекомендовал по работе с Juno, с серией Juno. Для FP50 можно использовать Air Performer для включения собственного бэкинг трека минуса. Также из новинок в мире софта мы анонсируем эдитор для Mac для Integra 7 и приложение Integra 7 Synth Legend.